Ведущие автомобильные концерны Германии анонсируют переход на зеленые машины, но не спешат отказываться от дизеля. Обе тенденции отчетливо проявились на автосалоне во Франкфурте. Концерны заявляют о наращивании производства электромобилей, но не торопятся радикально менять курс. Volkswagen обещает инвестировать 20 миллиардов евро в разработку машин с нулевым выбросом к 2030 году. К тому времени все модели будут выпускаться в электрическом или гибридном варианте.